Сегодня в Ак-Орде в преддверии Дня независимости Нурсултан Назарбаев вручит государственные награды отличившимся казахстанцам. В их числе видные представители производственной сферы, бизнеса, образования, здравоохранения, спортсмены, деятели культуры и науки. Свои награды они получат за значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны и укрепление дружбы и сотрудничества между народами, активную общественную деятельность. В эти минуты в резиденции президента находится наша съемочная группа. Моя коллега Ирина Шрайбер готова выйти на прямую связь со студией. Елена, доброе утро. Уже известны имена обладателей орденов и премий? Доброе утро. Как сообщает пресс-служба Ак-Орды, торжественная церемония вручения государственных наград и премий начнется в 11 часов. Так что имена лучших в своем деле мы узнаем немного позже. А пока остается лишь догадываться, кто из присутствующих какую награду получит. Например, здесь в кулуарах Ак-Орды мы уже видели нескольких министров, узнаваемых общественных деятелей и спортсменов. Отмечу, что сегодня президент вручит несколько наград. Одна из самых важных – это звание Казахстанын Енбек Ері. Его присваивают за выдающиеся достижения в экономическом и социально-гуманитарном развитии Казахстана. И вот уже известно, что в этом году этого звания удостоены председатель национальной компании «Астана Экспо» Ахмеджан Есимов, менеджер «Тенгиз Шевройл» Руслан Куатов, а также глава крестьянского хозяйства Жаксылык Ушкемпиров. Помимо этого будут вручены ордена «Барыс», «Айбын», «Парасат», «Хурмет», а также почетное звание Казахстанын Енбек Синерген Кайрат Кайраткери. Вручение столь важных государственных наград и премий в преддверии государственных праздников уже стало доброй традицией. Думаю, особенно торжественно и волнительно получать награды в канун Дня независимости. Отмечу, что всех претендентов на государственные награды отбирают члены специальной комиссии при президенте. Ее возглавляет государственный секретарь. И, как правило, на заседании рассматривают те кандидатуры, которые были представлены государственными органами и общественными объединениями, после чего претендентов рекомендуют главе государства. И вот известно, что сегодня государственные награды получат 30 человек, а государственные премии в области науки и технологий – 4 человека. Так что остается делом за малым дождаться лишь самого вручения, и имена лучших в своем деле обязательно прозвучат в нашем эфире, а также появятся на сайте www.24.kz. Завершение хочу поздравить всех казахстанцев с наступающим Днем независимости, пожелать всего самого хорошего. Альфия, поздравляю вас также с праздником. На этом у меня все. Вам слово. Спасибо, Елена, взаимно. Из Ак-Орды на прямой связи со студией была Елена Шрайбер.